Друзья мои, я вас приветствую на своем канале. Сегодня я хочу вас поздравить со светлым праздником, Великой Пасхой. Христос воскресе! Пожелать вам, друзья мои, всего самого наилучшего, самого хорошего, здоровья, здоровья телесного, здоровья духовного, чтобы у вас в семьях все было хорошо. Хотела, девчонки, всю семью собрать, поздравить своих дорогих зрителей. Но семья моя стесняется. И стеснялись, парни. Не захотели. Я говорю, ну ладно, не хотите, как хотите. Сама поздравлю своих дорогих зрителей, подписчиков, любимых. Пожелаю вам, девчонки, всего, вот всего, что можно пожелать. Погода у нас сегодня такая, дождик у нас льет. За окном у нас льет дождь. Хмурая, серая погода. Я пью компот. Дети наелись яиц. Ой. Куличей. Thank you.
Матвейка с папой гулял? Не спит. Сколько вы прогуляли, всего прошли? Не хватит. Да погода какая? Погода у нас. Погода какая-то не. Ух, что-то аж темно стало. Ну да. Давайте заходите домой. Нагулялись. Пойдем домой. Он не хочет домой. Ты не хочешь домой? Домой пойдешь? Пойдем домой. Пойдем к маме. И смотрит на меня так. Ты что, меня не узнал? Ты маму не узнал, что ли? Пойдешь домой? Мама говорит. Нет, говорит мама. Да что он меня не узнал? Так он что-то... Там собачка. Смотри, какой ветер, сына. Давай скорее заходи домой. Какое небо хмурое. Заходи скорее домой к маме. Пойдем скорее к маме. Пойдем. Хватит гулять. Долго гулял? Ты долго гулял? Папа тебя на колясочке возит? Давай скорее домой. Нет. Не хочет, не трогай, говорит, меня. Не трогай меня. Он готов гулять и гулять. Да. Да, говорит. Ай, Матвейка. Еще на машине, говорит, надо покататься. Да, конечно. В такую-то он погоду так бы и гулял, ходил. Что это? Пуговка. Скажи, пуговка. Пуговка. Молодец, молодец. Пуговка. Пуговки, да.